Всем привет! Посмотрите, хочу сегодня с вами поделиться такой красотой. Мамуля испекла новый хлебушек, и я решила похвастаться вам. Вот такая булочка красивая. В разрезе потом покажу. Здесь еще семечки и прованские травы внутри. Какая красота! Так, а здесь у нас тоже мамино творение. Это просто разрыв, не знаю, всех вкусовых рецепторов. Смотрите, какая прелесть. Лера, если ты смотришь это видео, я прошу у тебя прощения. Я знаю, как ты это любишь. И папа тоже. У тебя тоже прошу прощения за то, что я вас дразню. Но папочки-то мы повторим это вскоре. Для Леры тоже надо что-то испечь, если поедем к ней. Так что вот такие вот дела. Представляете, какие мы будем, когда бабушка домой поедет? Я уже, честно сказать, даже боюсь думать об этом. Ева говорит, всю ночь будем ходить пешком. Вот такие вот у нас изыски от бабули. Дайте я сниму сейчас, Макар. Блин, я не успела, она уже закончила, да? Что, Асюня? Ай, глаза совсем белые. Это у нас йогурт Ася любит доедать за всеми. Да. Это ее любимое лакомство. У нас сегодня две пачки пустые освободились. Так она сегодня вообще кайфует. Ну, покажи мне себя хоть. Вот так, вкусно, да? Вкусно. Я с тобой не разговариваю. Унесла от меня. Сейчас покажу вам наш завтрак. У нас сегодня вот такие греночки. Мама испекла хлебушек, мы его уже превратили в гренки. Сегодня будет новая печь. И вот такой вот у нас завтрак. Там внутри семена чиа, йогурт и ягоды. Сверху сироп агавы немножко. Вот. Макар свой уже доедает. Вот так вот. И конфеты, конечно, самые любимые казахские. Маленькие. Самые лучшие конфеты на свете, да, сынок? Я вам покажу. Оп! Что это было? Ну, стали шестер стакан. Вода? Да, это была вода. Слава богу. Эх, Макар, Макар. Хотела вам похвастаться конфетами. О, тут батончик что-то выпал. Да, Макар, хотела конфетками похвастаться. Вот эти мои любимые. Вот эти твои любимые? Там еще есть вишня, яблоко я такие и гульбика. 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 И тут вы уже многих нету, которые вы съели, надо доложить. Девчонки варят кофе, сейчас ничего не слышно будет. Кашку унеси это на стол, пожалуйста. Не, мешочек она твоя. Вот еще запас. У нас конфет теперь. Представляете, сколько мама привезла. Эту пачку сказала не трогать, это индивидуально Саша. Именно эти. Вот. Ну там до конца все в конфетах. Так что запас большой теперь у нас. А? Я не знаю, вот здесь сяду с бабушкой рядом. Бабушка не будет, она не хочет это. Она пластилина. Я тоже еще. Да. Мама вчера себе купила стаканчик такой классный, как у нее дома, такая же форма, только расцветка другая. Так, это мои минералы, я в водичку капаю, когда пью. Мам, я для всех вам помешаю. И детям, и себе. Так, Макар, твоя помпа. Тебе надо, кстати, уже укол это ставить, ты же уже начал кушать. Нет, еще нет, еще не так. Ты до сих пор месяешь?
на столе стоит. Красивая. О, такая. Яблоко. Ну, мы с Евой так расстроились. Мы ее купили, она вкусно так пахла. И очень красивая такая, зимняя. Но она абсолютно не пахнет, когда горит. Так что... Когда задуваешь, пахнет тепло. Когда задуваешь, пахнет, да. И когда зажигаешь, и все. Это все, что от нее можно ожидать. А что красиво? Мама, это все завтракает. Смотри. О, господи, ася. Мама. А. Зажигать будешь? Ну, давай зажигай. Ну, как любитель. Аккуратно. А вот до этого свеча была, да, Ева брали, вообще шикарная. Такая маленькая, но так пахла. Нет, черненькая. Белая она у тебя, походу. А, нет. Нет, работает. Все, да будет свет. Садимся кушать. Мишель, конфеты за, щеки, за щекой уже, да? Да. И за гренкой тянешь. Нормально. Надо же совмещать. Точно. Всем привет еще раз. У нас пасмурно. Такое небо. Мама ушла с Макаром на бассейн купаться. И Мишелька к ним тоже побежала, уроки доделала. Я сейчас хочу. Я его попросила, чтобы сходить их проведать. Что-то их уже долго нет. Сейчас чувствую, как ливанет. Вот. Так что идем. Идем на разведку. Как они там, посмотрим. Они уже обратно. Идут, мы не дошли. Да, сейчас уже ее. Мы тоже за вами пошли, потому что. И обедать надо, и дождь сейчас пойдет. Да, обедать надо, мамуля, красоты. Хай. Хай, 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 хай. Парагвай. Наглый. Кто наглый? Ну, они забирают наши игрушки. Кто и матрас. Кто такой? Они там, Макар катался, они просто залезли и такой, дай мне, give me some надо space. Надо было в лоб дать, Макар, ты что, не умеешь? Ты? Там их трое было, ну, и что? Две мамы. И две. Ну вот две мамы, это уже серьезнее, конечно. Надо было так потихоньку, оп, его за трусы купальные под воду, чук, упустил, и все, и плевать на маму. Они меня, они на меня залезли. На тебя залезли? Мишель, а ты что? Они на тебя залезли, они пытались на этот, там Макар такой, за этого. А такой, give me some space. И такая, get off now. Нет, я... там еще мышей не было. Просто чувак на меня залез. Они лет. Нет, они больше где-то. Где-то 5-4. Где-то 6. Ну, 4-5, это еще совсем без мозгов. Так что не обижайся. 7. Макара такие трусы плавательные. Прикольно, со скалом. Накупались? Вот охота вам теперь сдувать эту штучку, блин. Нет, это мы в гараже просто. Нет, ставим. Уже будете сдувать, мне в гараже уже места не будет, все. Мне еще эссе писать, давай. Эссе писать еще. Мишель говорит, я сходила на 5 минут. Охладилась, сейчас буду дальше уроки делать. Воскресенье, а что ты, зачем ты сегодня себе поставила уроки на потому расписание? Что я убиралась. Потому что убиралась и не успела уроки сделать. Да. Ну какой ответственный ребенок. У всех уже все колуна украшено. А мы в этом году, наверное, ничего не будем украшать. Ну, в этом году. Это не хочется. Не хочется как-то. Ты что, он только ночью пищит, по-моему. Нет. Сегодня утром не ест. Ого. Вот это да. Ничего себе. Вот, с Евой убежали от нас. Вот так что мы идем обедать. Но всего все равно нам с Евой что-то надо. Вечно. Марля, сито. Такой сырок. Ой. Ждем. Мы там свободны, да? Хлеб здесь взяли нам для видео нужно, потому что нам нужны именно маленькие батончики, их нигде больше таких не найдешь. Пришлось здесь взять в комплексе. Ой, Walmart, то есть. Вот. А мама с детьми дома после бассейна отдыхает. Ева подлетела, сразу чувствуется. О, мощь вся. Быстро, да, сразу.
сливки нам тоже на видео нужны. Будем делать масло. Взбитое. Тут я три пачки дочь все в один пакет засунула. Ничего, интересно, не порвется он. Ой, господи. Взяли немножечко фруктиков, арбуз, дыньку, малину, ежевику. Ой, что это? Не ежевика, как она? Что это? Блэкберрис? Не ежевика, как она называется? Черномалина. Да нет, это не ежевика. Короче, и виноград без косточек. Вот наши там обедают, мы им как раз десертику привезем. Музыка играла, ничего снимать не могу. Сейчас музыка более-менее стихла, я включила камеру. Мы в Паблике уже. Купили, заехали в Таргет книжку любимую Макара. Он прям, когда бабушка приезжает, Макар без этой книжки жить не может. Они отгадывают постоянно, раскрашивают. Я вам показывала. Сейчас дома еще раз приеду, покажу. Мы, короче, уже штук 6 таких книжек покупали. И сейчас в итоге с Евой поехали искать. Новой серии не было, была самая первая, которую мы покупали, но я думаю, они ее уже забыли. А вот. А, вот там мой. И мы взяли ее. Че? Не знаю. Сзади нас уже заняли. Ладно, ай! Ногу мне отдавила. Все, он тебя уже запускает. Thank you. Мы помыли прям кассу перед нами. Сережка пробьется. Холодно, Ева кофту одела, замерзла в этом номере. Канталупу мою не забудьте. Мы постоянно путаем, какая дыня медовая, какая и канталупа. Какая из них желтая, какая зеленая внутри. Вот, которая желтая, оранжевая, она очень сладкая. Ханни Дю, это зеленая. Это канталупа. Ханни Дю зеленая, да. Вот такая вот шершавая, она внутри оранжевая, очень сладкая. Ну, если правильно выбрать. Арбуз сейчас попробуем. Всегда разный попадается. Последний раз брали маленькие. Один был очень сладкий и такой сахарный, красный. А один был, представляете, зеленый вообще абсолютно. Все, оплачиваем? Окей, я к вам вернусь. Смотрите, чем Мэй занимается после обеда. Кто выигрывает, Макар? Макар пока. Макар. У меня пока. Еще раз, два, три, четыре. А у тебя сколько? Один. Один остался? Новая колбаса. Так, бабушке тут помогать надо во всем. Не, нельзя. Давай. Это давай, Макар, сейчас бабушка быстро найдет все еще. Ой, я еще. Я твой нашла уже, Макар. Мама, но подсказывать не буду. Не подсказывай. Все, ухожу. А я нашла у тебя что-то. Нарезала своим чашечку сладостей. А они сказали, что надо, вернее, Макар сказал, надо хлебушек мне, говорит. Я это без хлеба есть не могу. Вот бабушка его поддержала. Сейчас быстренько нарежем хлеб и будут есть. Так, Макар, вот виноград, этот арбуз, сейчас тарелочки вам, да? Подожди только, ладно? Макар, тебе окончик поставила, Николь? Мокрые. Сейчас сделаем. Что там у нас летает? Непонятно. Кораблик сердца. Смеюсь над своими американско-русскими детьми. Но вот это чисто американский ребенок. Перекладываю сейчас комбучу. Готовимся с Евой снимать видео. И мне понадобилась банка, в которой у меня рос гриб. Уже вот такой там, я не знаю, столько его этого слоев. И я, короче, его пока сюда отсадила. В этот кувшинчик. У него более или менее такой же объем. Надо его в новую баночку пересадить, подкормить. И Мишель стоит рядом, тут делает себе мороженое с колбасками. Мишель, хватит, куда столько? Не, я это уже проспорировала. Окей. Делает себе эти колбаски из моего детства. И говорит, у меня будет топпинг для мороженого из них. Окей. И унюхала этот запах и говорит, мама, опять ты своим мухомором развонялась. Помнит, что гриб, а какой не помнит.
говорит, опять ты своим мухомором развонялась. Ой, эти дети смешные. Ладно, все, уходим, мы будем снимать. У нас Ева работа. Ночная начинается. А, ядовитая, в смысле? Она говорит, мама, а чем он не мухомор? Тоже пользенностью, типа, это, умрешь, если съешь ядовитый. Капец, от него не умрешь, да еще он полезный. В общем, мы с Евушкой начинаем работу, всех покормили. Это банк конфет, Макар только что там лазил. Всех покормили десертом, обедом, ужином. И, наконец, настало наше время работать. Мы сейчас будем снимать на 3 канала видео. Вот, Ева бедная такая. Ну, не, на самом деле, ей нравится это делать. Она всегда с удовольствием мне помогает. Вот, ну, просто надо учесть, что она только что сейчас снимала на свой ТикТок и будет дальше помогать уже мне. Тут такая конструкция интересная, не спрашивайте, что это. Это просто свет так лежит. Вот, мы приступаем к работе. Удачи нам!